Hi guys, hello ladies and gentlemen. Всем привет! Это Элен Торнадо, основатель первой виртуальной школы English Wave и ваш проводник великолепный английский. Это информационное видео для студентов моей школы и подписчиков. Но если вы впервые на моем канале, то в описании к этому видео вас ждет ценный обучающий подарок. Это 7 уроков из курса для свободного общения Great English – великолепный английский. Это инновационное обучение на уникальных смарт-тренажерах с речью носителей языка. Мегаэффективная практика устной речи и аудирования для начинающих, а также для тех, кто учил английский, но имеет проблемы с устной речью и пониманием на слух. 1 час практики на смарт-тренажерах равен 15 часам занятий с носителем языка, преподавателем высшей категории. И если ваша цель – свободно общаться по-английски, то переходите по ссылке в описании к этому видео, регистрируйтесь на сайте школы English Wave и получайте полезные подарки. Друзья, мои дорогие студенты и подписчики, в этом видео я не буду вас обучать, в этом видео вы узнаете новости, и я отвечу на ваши вопросы, которые мы получили по форме обратной связи. Отвечу на вопрос про марафон, любимые песни и фильмы на английском, про пиратский тренинг, про соцсети и как приобрести обучение. Если у вас есть вопросы, на которые я не отвечу, то, пожалуйста, напишите их в комментариях или по форме обратной связи. Ссылка на форму обратной связи в описании к этому видео. Итак, друзья, в нашей школе произошли некоторые юридические изменения. Мы планировали сделать эти изменения еще в конце 2021 года, потом перенесли на лето 2021 года. На лето 2022 года и сделали, наконец, в декабре 2022 года. И сразу отвечу на вопрос. Хотел приобрести первый и второй модули Great English перед Новым годом, но не смог. И в начале января тоже. Да, все верно, и это было как раз связано с юридическими изменениями. Мы планировали сделать все быстрее, но, к сожалению, помешал известный всем вирус. Тем не менее, со 2 февраля мы принимаем оплаты на новый расчетный счет, и с 5 февраля можно оплачивать банковскими картами через агрегатор платежей, как раньше. В данный момент платежи не автоматизированы, автоматизируем мы немножечко позже. И чтобы приобрести любой продукт, вы пишете нам заявку, мы создаем форму для оплаты, и вы оплачиваете удобным для вас способом. Возможно, 100% оплата и удобными платежами в рассрочку, а также оплата в кредит. Это для нас новенькое. В описании к видео есть ссылка, чтобы оставить заявку. И заявку можно оставить на странице курса. Эта ссылка также в описании. Да, друзья, мы перешли в другой банк и на другой агрегатор платежей. Другой агрегатор для приема платежей. На выбор банка и сервиса платежей нам потребовалось некоторое время. Поступили предложения от многих банков. Все надо было изучить, все надо было проверить, потому что в рекламе пишут одно, а в реальности часто оказывается совсем другое. Ну, чтобы вы понимали, банки забирают себе определенный процент от денег, которые есть на счете, за банковские операции. И забирают они помимо той суммы, которую они берут ежемесячно за обслуживание счета. Поэтому нужно было все выяснить. Да, и я также сообщала, что не будет традиционного новогоднего марафона «Любимые песни и фильмы на английском». Это также с юридическими изменениями связано. Ну, а еще я честно признаюсь, я заболела 2 января. Если помните,
В прошлом году мы проводили 3, 4 и 5 этот марафон. А вот тут мне не повезло. И заболела я, наверное, потому что меня банально продуло 31 декабря. Да, каждый год 31 декабря я езжу в спортклуб, в бассейн и сауну. Ну, кто-то ходит в баню, как в известном фильме, а вот я хожу в бассейн и сауну. Это правда. И на этот раз как-то вот я плохо оделась, ну, меня срубила простуда. Причем 6 и 7 января у меня были значительные улучшения. 6 мы даже съездили в театр, я об этом писала. А 8 меня вот просто подкосил вирус. Да, кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, как у вас состояние здоровья и у ваших близких. Вот, может, тоже болели. Вот, тогда желаю всем крепкого здоровья. Ну, и если не болели, то большие молодцы и тоже всем здоровья. Так, значит, про марафон. Марафон вернуться. Про любимые песни и фильмы на английском. Также мы планируем возобновить наш легендарный пиратский тренинг «Английский без зубрежки и домашних заданий на высший балл». Новые интересные видео, уроки также будут выходить. Поэтому подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, если вы еще этого не сделали. Так, и был вопрос про соцсети. Значит, друзья, у нас есть группа во ВКонтакте или паблик во ВКонтакте, публичная страница. Есть телеграм-канал, ссылки в описании к этому видео. И во ВКонтакте есть рассылка с полезными материалами. Можете подписаться. Ссылка также в описании к этому видео. И все, кто зарегистрировался на сайте нашей школы English Wave, получают email-рассылку также с полезняшками, с полезными материалами. Так, нет, не все, кто зарегистрировался, получают email-рассылку. Получают те, кто зарегистрировался в 2022 году. Если вы правильно ввели email и хотите получать рассылку, то вы ее получаете. Поэтому проверяйте вашу почту. Если вы отписались, то не получаете. Вот. А те, кто регистрировался до 2022 года, получают не все. Но мы удалили тех, кто какое-то долгое время не открывал наши письма. А также мы восстановили подписку не всех имейлов, не всех имейл-адресов при переходе на другой имейл-рассылщик в марте прошлого года. То есть в марте мы перешли на другой имейл. На другой сервис email-рассылок. И если вы хотите получать нашу email-рассылку, то напишите нам по форме обратной связи. Очень просто это сделать, если вы еще не регистрировались, то зарегистрируйтесь на сайте нашей школы. Тогда вы будете точно гарантированно получать email-рассылку. Главное, вводите правильно ваш email и придумайте какой-то несложный пароль. То есть я не думаю, что кто-то будет взламывать вас, но чтобы вы этот пароль не забывали. Окей? Да, то есть если вы еще не регистрировались на сайте нашей школы, то просто перейдите по ссылке в описании к этому видео и зарегистрируйтесь. Получите подарки обучающие и будете получать полезную email-рассылку. Email-рассылку с полезными материалами. Вот так. Друзья, в последнее время мы публикуем видео на YouTube в выходные. Скорее всего, мы вернемся к прежнему формату и будем публиковать новые видео по средам или иногда по четвергам. Среда или четверг. И, кстати, я вас очень прошу, пожалуйста, напишите в комментариях, в какие дни недели вы бы хотели получать новые видео. Ну, правда, напишите, пожалуйста. Это интересно. И в одном из следующих видео я расскажу про наш логотип, как прошло голосование и какой, можно сказать, глубокий смысл заложен в наш логотип.
Друзья, если вы хотите новые, интересные и полезные видео, то, пожалуйста, нажмите на палец вверх, то есть поставьте лайк этому видео. И, пожалуй, на этом все. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Я остаюсь с вами на связи. И спасибо, что вы с нами. Ссылка на подарки в описании к этому видео. До встречи! See you! Увидимся!